Калмыкия получит более 560 миллионов рублей на поддержку пострадавших от засухи аграриев. Средства федерального бюджета выделяются на покрытие затрат по закупке и транспортировке кормов для животных. Такое распоряжение подписал председатель правительства России Михаил Мишустин. Выплаты получат 1416 фермерских хозяйств и 54 сельхозорганизации. Контроль за расходами поручено вести Минсельхозу. Доклад о выполнении распоряжения должен быть представлен в правительство до 1 февраля 2021 года. Напомню, в июле в Калмыкии ввели режим чрезвычайной ситуации из-за засухи. От высокой температуры и суховеев летом выгорели почти 3 миллиона гектаров пастбища. В результате чего аграрии, занятые в традиционной для региона отрасли в животноводстве, понесли серьезные убытки. Подписанное председателем правительства распоряжение поддержит фермеров и поможет снизить экономический ущерб от засухи.